волшебные звуки чересны. Каждый раз мелодия «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Thank you.
вас всех хочу поздравить с весной, замечательными весенними праздниками, которые были и будут еще впереди. Вам хорошего настроения, здоровья, самое главное. И чтобы вас почаще радовали радостные вести и солнышко светило в доме. Ну вот видите, у нас сегодня весна пришла. Пришла она с Петром Ильичем Чайковским, как вы сейчас слышали, из поэзии Майкова, Фета. Я думаю, что такое время года, как весна, это чудо в природе. Для каждого это обновление. Токи земли, пробуждаясь, рождают новые побеги в жизни, в искусстве, пора надежд. И композиторы, поэты, художники, они как особо ощущающие все обновления в природе, создавали всегда гимны, пели весне. Недаром же вы, наверное, знаете, что, скажем, по восхитительной сказке Островского Александра Николаевича Николай Андреевич Римский-Корсаков написал свою «Снегурочку». И там главными персонажами кто? Вот кроме Снегурочки, может быть, вспомним? А? Лель, правильно, пастух Лель. Ну, смотри. И еще весна красна. Вот она одна из главных героинь, да? Дед Мороз, там Купава. Ну, это уже мы вспоминаем. Но весна красна. И вот весна красна действительно в народных песнях. Она так всегда отражена, она слышна. Это ее токи. Она в землю, как говорится, солнышко светит, и рождается новые побеги, травка появляется, зеленеет. Вот вы, наверное, заметили даже, что небо другое. Небо, оно выше становится, оно синее. Оно совершенно по-другому человек себя ощущает весной. И вот эта весна, пора весны, скажем, у Петра Ильича Чайковского, очень любил весну тоже. Связано очень много произведений с весной, да? И вот то, что мы сегодня слышали, «Времена года», два фрагмента, еще там «Апрель» тоже, и каждому фрагменту «Времен года» предпослан эпиграф. Вот сейчас звучал Майков, Фет. И Петр Ильич Чайковский удивительно ощущал вот это вот токи жизни, пробуждение к новой жизни человека, потому что природа и человек – это то неразрывное, вот та связь неразрывная, которая рождает очень многое. Она рождает и прежде всего и песни, и замечательное искусство живописи, и поэзию. То, без чего человек не может. Вот сейчас мы послушаем одну из таких обаятельных народных песен. Песня называется «На дворе заря бела». И вот это северная народная песня. Вы обратите внимание, вообще северные песни, они особые песни в нашем народе русском. Это очень такие изящные, необыкновенно изящные, с подголосками интересными песни, когда поют даже вот северный народный хор, может быть, кто-то из вас слышал. Это совершенно иное голосоведение. Это как бы купол неба поднимается, там дубль в двух голосах верхних, он рождает вот такое ощущение подъема, необыкновенно взлета какого-то. Очень поэтичные песни, очень скромные, строгие напевы, но очень красивые. Вот один из таких напевов вы сейчас услышите. А я приглашаю на сцену Татьяну Мигунову. Просим. А на дворе заря бела.
место. Вот вы ощутили, наверное, даже вот эта северная песня, и очень многие северные песни, они с юмором. Очень тонким юмором, там такие стихи замечательные, там плетутся вот эти вот кружева народного слова. А это удивительное слово. Там есть на севере такой сказитель Борис Ширгин, очень известный. Вот он создал целую серию сказов. И вот эти сказы, они как волшебные, там, знаете, что ни слово, то ты чувствуешь необыкновенное содержание, с одной стороны, с другой стороны, красота, вот эта красота, которая северу свойственна, северной природе, вот она скромная природа, но она вот эти дали широкие, вот эти реки разливистые, Белое море очень красиво, вот я была на Белом море, и потом вот возник тогда у меня северный сказ по Ширгину. Вот это, знаете, ощущение необыкновенной широты, доброты народа, но вместе с тем при достаточной скромности его и строгости. Вот это поразительная северная песня, северный народ. И, конечно же, весной расцветало и творчество поэтов, потому что ни один поэт не обошел весну красну. Это поэзия Блока, великолепнейшая поэзия Блока. Она на очень многие темы, но природа у Блока особая. Мы вспомним стихотворение «Вербы». Вот это поразительное стихотворение «Вербы» Блока, когда каждое слово – это образ, каждое слово – связь с другими, это красота вот этого вот кружевного слова блоковского и очень содержательного, и вместе с тем слово мысли, слово образ. Это вот очень характерно для Блока. Или Есенин, мы можем вспомнить, тоже Есенин, стихи Есенина. Ну, конечно, Пушкин.